МВФ обратила внимание на криптомир. Управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард не исключает разработку собственной криптовалюты в будущем. Созданная для использования в качестве международного резервного актива, криптовалюта МВФ будет основана на технологии, аналогичной другим криптовалютам. «Мы будем изучать, как эта технология позволит сделать новую криптовалюту более эффективной и менее дорогостоящей», отмечает Лагард.